Всем привет! И уже я сходила в бассейн, на английский. Вот я хожу в бассейн в вторник и четверг, а на английский я хожу в понедельник, в среду и пятницу. Вот сейчас я смотрю свой влог, который вчера я снимала. Вот. Так что заходите на мой канал, смотрите этот влог, подписывайтесь на мой канал, не забывайте. И вот, сейчас время 5 минут первого. Вот через 25 минут я буду с папой выходить на улицу, он будет мне помогать нести лыжи в школу. Сегодня у нас просто лыжи будут на физкультуре. Так что вот так. Я одену на лыжи кофту такую и еще одну кофту. И будут там лосины у меня такие теплые. И сейчас у нас бегает собака. Маленький. Руслан, мой брат, в садике. Вот. А я сейчас буду пока что сидеть в компьютере, что-нибудь смотреть, видео какие-нибудь, и так что вот так, и всем пока. Сейчас я вам покажу отрывок из моего влога. Вот, я их распустила, сейчас они будут меня сохнуть. Сейчас я буду пока моему брату устанавливать игру. Вот, так что смотрите этот влог, думаю, вам понравится. Вот, собака так на меня смотрит внимательно. Вот, сейчас я пока что еще в домашней одежде, потом буду переодеваться в школу. Вот, так будет сегодня русский, математика, физра. Две физкультуры, короче. На этой физкультуре мы будем кататься на лыжах. Вот. Так что вот. Такие вот делишки. А, да, я вам хотела забыть сказать, что нам на субботу, я в субботу ухожу на курсы в лицей. Вот, и хочу туда поступить. Вот, нам задают, конечно, домашнее задание. Вот, и нам задали по биологии. Кажется, да, биология. Там надо это писать. По географии ничего. По русскому там повторить. По математике вообще ничего не задают. Ну, конечно, только задали школьные эти задания. Вот так. Так что все, всем пока. Я пошла в школу. После школы мы все увидимся. Пока-пока. Всем привет, я уже со школы вернулась. Я уже поужинала. Сейчас буду делать контурную карту по окружающему миру на школьную на завтра. Английский буду делать, и потом время останется, и что-нибудь поделаю еще. Всем привет, я уже делала школьные уроки. Сейчас я буду читать просто так. Буду читать книжку «Рассказы для детей» Зощенко, Михаил Зощенко. Я прочитала уже вот столько вот. Вот то, что я держу, вот это вот. Сейчас я буду вот положил закладку и буду читать вот до сюда. Так что вот. И буду поедать виноград. Вот такие вот делишки. Всем привет, я уже все сделала, поела. А ела я пюре с котлетой. Вот. И я взяла карту по школьному, я вам уже, наверное, говорила. Сейчас буду
снимать видео, наверное. Так что вот так вот. Такие вот делишки. Это моя фраза. Такие вот делишки.